Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Мы сегодня выпуск назвали «Зачем читать, если есть интернет?». Будем разбираться. Разбираться в этой теме будем мы сегодня с нашим гостем, с Игорем Гурьяновым, доцентом кафедры роман-германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Казанского федерального университета, кандидатом филологических наук. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня Всемирный день книголюба. 9 августа его отмечают во всем мире, отмечаем и мы в студии «Актуального разговора». Вот когда погружалась я в тему, такую информацию нашла. «Коммерсант» пишет о том, что не очень радостные новости, о том, что тиражи издаваемых бумажных книг в России упали за один только квартал. В прошлом году, это, правда, информация за 23-й год, последний квартал 23-го года, почти на четверть. Книги подорожали в среднем, ну, на 10% примерно. Это уже информация Ассоциации книгораспространителей, есть такая. И данные за первое полугодие 2023 года, практически годичной давности, но свежей у нас нет, о том, что средняя цена книги теперь в России примерно 500 рублей, а то и 1000 с хвостиком. Стало быть, книголюбам нынче у нас быть затруднительно и финансово накладно. Мы по-прежнему самая читающая страна, вот при всех этих исходных данных? На этот вопрос можно ответить с двух сторон, и да, и нет. Потому что если мы посмотрим на современные рейтинги, которые каждый год практически всемирные организации нам показывают, то там на первых ролях Индия и Китай. Но здесь, если мы подумаем чисто логически, миллиард человек и там, то в чистых цифрах, наверное, чисто физически там читают больше. Но насколько качество чтения может повлиять на эти рейтинги, к сожалению, они просто не смогут это посчитать. И еще один, конечно же, вопрос возникает. А как мы посчитаем людей, которые читают с телефонов книги? А таких сейчас немало. Электронные книги. Электронные книги, пожалуйста. Книги. Ну, в электронных книгах мы хотя бы можем увидеть, что человек купил эту книжку, он ее скачал, и даже сейчас современные телефоны показывают, сколько времени он в каком приложении провел. То есть если у вас там порядка 15 часов в неделю вы проводите в приложении, которое позволяет вам читать книжки, поздравляю, вы читающий человек. Но если мы говорим про различные фанфики, сейчас это очень модно, люди печатают. Это что фанфики? Фанфики — это вид литературы, когда у нас есть какая-то глобальная вселенная. Ну, самый простой пример — это Гарри Поттер. И помимо тех книг, которые написала Джоан Роулинг, есть огромное просто количество фанфиков, которые начинают развивать эту вселенную. Они вводят новые школы волшебства. Они вводят новых героев, они даже могут поменять ветку развития главных героев. И часто фанфики могут быть настолько популярными и качественными, что они могут признаваться автором и включаться в общую вселенную. Вот так сейчас литература развилась. Теперь я знаю. Вы произнесли словосочетание «читающие люди». Вот смотрите, «читающие люди» — это чье исследование? Исследование ВЦИОМ. Читающие россияне, которые сами себя таковыми называют, в среднем в год, признались аналитикам ВЦИОМ, прочитывают примерно 12 книг. Вроде хорошо. Но 44% россиян тоже честно сказали, положа руку на сердце, что вообще за весь календарный год не берут ни одной книги в руки. Вообще ни одной. Означает ли это, что вот те, кто книг в руки не берут, вообще ничего не читают? 20 лет назад я бы сказал, что да. Но сейчас у нас есть такое устройство, как смартфон. И даже если мы не читаем книги в их традиционном формате, мы читаем просто огромные эссе, скажем так. Это могут быть и телеграм-каналы, это могут быть различные посты в соцсетях, да и даже наша с вами переписка в различных мессенджерах, по сути, это все процесс чтения. Потому что с точки зрения психофизиологии, что мы читаем книгу, бумажную, что мы читаем книгу электронную, что мы читаем вот эти буковки маленькие в нашем гаджете, это все один и тот же процесс чтения. Поэтому даже эти люди могут считаться читающими. Ну а глубина, сам текст, он же принципиально отличается. Одно дело художественное произведение или даже научно-популярное, например. Понятно, что над ним трудился автор. Понятно, что прежде чем в издательство эту рукопись отдали, рецензоры проверяли, корректоры. Это же целая история.
качественно, я хочу сказать, что отличается. Есть какие-то у текста для чтения критерии, ну, из разряда, не знаю, там, длина текста, вот эта качественная его обработка? Да. Принципиально они отличаются или нет? Текст? Здесь можно немножко, да, углубиться в сферу следующую. Можно разделить тексты на информационные и художественные. Информационные — это как раз тексты, которые главной своей задачей ставят передоз, передачи информации для читателя. И, соответственно, там количество метафор, да, или красивый слог повествования, он несколько уходит на второй план, потому что самое главное — это четко, грамотно передать информацию человеку. В этом плане инструкции — это, наверное, самый такой вот кристаллизованный, да, информационный текст. Ни слова лишнего, потому что лишняя информация может вас сбить, и вы неправильно, например, соберете шкаф, да, и у вас он будет дверцами внутрь, например, а не наружу. А если мы говорим про художественный текст, то там все эти правила практически не работают. Потому что самое главное, что пытается автор создать — создать настроение, передать, может быть, свою боль, да, если это какое-то серьезное драматическое произведение. И самое главное — это поделиться своим опытом. Потому что часто бывает так, что автор, его личность и его произведение обрастают таким количеством мифов. Ну, «Мастер и Маргарита», пожалуйста, да, что каждая экранизация, она сопровождается смертями актеров, какими-то несчастными случаями и так далее. И считается, что этот роман проклят, да. Мистификации, да, появляются. Если мы говорим про Стивена Кинга, про «Короля ужасов», да, что каждая практически лучшие экранизации Стивена Кинга, они занимают топ фильмов по версии IMDb. Это и «Зеленая миля», это и ну, «Кладбище для ваших животных», это специфический фильм, и «Побег из Шоушенка», например. Это тоже все Стивен Кинг. Поэтому здесь я могу сказать, что это разные виды чтения. И если информационный текст, есть определенные требования, самое золотое правило — одна мысль, одно предложение. И даже лингвисты уже порядка 70 лет пытаются высчитать вот этот вот с помощью различных формул эталон текста. Как нужно написать так, чтобы он был понятен практически всем. И наши ученые, наши коллеги из лабораторий лингвистических Казанского федерального университета тоже этим занимаются, и они проводят огромное количество исследований для того, чтобы понять, а как написать учебник так, чтобы он был понятен школьнику там, 3 класса, 5 класса, 10 класса. С художественной литературой это все просто не работает. Можно сказать, что утверждает, что, например, если текст не художественный, значит, он хуже в том смысле, что недавно встретила утверждение, что чтение способствует релаксу, расслаблению. Значит, эту функцию он не выполняет. Или если он не художественный, значит, он не такой красивый, не такой эстетичный, и, стало быть, ничего человеку не дает, кроме информации в сухом, выжатом виде. Короче говоря, что художественную литературу надо читать? Мы утверждаем это однозначно или нет? Или если человек это не любит, ему не нравится, неинтересно, и он говорит, зачем я буду читать книгу про чью-то чужую жизнь, и пусть себе вот углубляется в то, что ему нравится. Например, научно-популярные статьи. Например, да, за последние, наверное, лет 6-7 у нас был прям бум вот этой вот научно-популярной литературы, так называемый нон-фикшн. Да? Если фикшн — это как раз художественная литература, то нон-фикшн — это литература, которая позволяет нам жить лучше, жить качественнее. Но сейчас не так? Все произошло в 2020 году. В 2020 году мы наблюдали перелом, когда книги по правильному образу жизни или научно-популярная литература, ее потребление начало снижаться. Люди как будто перегорели немножко, устали быть суперэффективными, суперосознанными, и они захотели вернуться в мир фантазий. Потому что художественная литература, она на самом деле очень важна, потому что она позволяет нам тренировать наше воображение. Она позволяет нам абстрактное мышление наше тренировать. И это очень важно, потому что люди, которые, ну, классический такой пример, да, у нас есть гуманитарии, есть технари, что технари, они всегда про функционал, они всегда ратуют за эффективность, и им не до прикрас, да, и наоборот, такие воздушные, да, как у нас называют их девушки-филологини, которые читают огромное количество литературы и живут вот в таких придуманных грезах.
Это, конечно, два таких вот стереотипа, которые сейчас перемешиваются в нашем обществе. И поэтому у нас есть много технарей, которые очень любят художественную литературу. Те же самые фэнтези-книги. Почему нет? Потому что это своеобразная тренировка другого полушария, да, полушария, которое отвечает за творчество. Ну, считается, что это, да, правое полушарие. Хотя читаем мы обоими полушариями. И это такой тоже интересный факт, что мы начинаем учиться чтению через правое полушарие, через наши абстракции. И только потом мы уже начинаем анализировать, разбирать текст на кусочки, на предложения и так далее. Поэтому, как мне кажется, читать нужно любую литературу, и, наверное, нужно все-таки прочитать определенный такой вот базовый небольшой запас книг, чтобы понять, что вам нравится, а что вам не нравится, и потом уже читать, что вам нравится. Мы сейчас говорим о содержании, а если говорить о форме, о преподнесении, так сказать, этого, бумажная книга и электронная, скажем, есть разница в качестве восприятия информации с одного носителя и с другого? Этим вопросом задаются ученые по всему миру. Вот пока я готовился к лекции, которая скоро будет у меня как раз на эту тему, прочитал интересное исследование. В университете Валенсии было опрошено порядка 170 тысяч человек, и они прошли через определенные тесты. И было выявлено три основных результата, которые прям имели повторяемость. Первое — то, что люди, которые читают с книжного носителя, ну, например, была ситуация стрессовая, нужно было за короткое время прочитать и понять какой-то текст. Лучше бы работал печатный носитель, потому что у нас подключается еще так называемая кинестетика, то есть мы можем книгу потрогать, мы можем... Люди говорят, я люблю нюхать перелистнуть новые книги, говорят. Ой, а я люблю нюхать старые книги, потому что этот запах библиотеки старый, это вообще какой-то как вот... Как будто ты какую-то древность, рукопись находишь и начинаешь ее изучать, потому что столько людей эту книгу потрогали, и все как будто немножко приложились, да, к автору. Да, и передали какую-то свою информацию. Классно очень находить заметки какие-то. Хотя есть такие пуристы, которые говорят, нет, книжку я не могу портить. Ну, я карандашком люблю иногда пометки какие-то себе оставлять. И второй пункт, который был связан с тем, что люди, которые читали с электронного носителя, ну, в частности, с монитора, с сети интернет, они считали, что они лучше усвоили этот материал, но тест показывал обратное. То есть, если ты чувствуешь, что я читаю из интернета самую проверенную, самую свежую информацию, она дает ложное чувство уверенности. И в целом люди, ну, скажем так, не совсем оправдали свои же надежды, которые они на себя возложили. А я еще припоминаю из школьных своих лет, когда ты читаешь что-то увлекательное, или даже неважно, параграф, элементарный параграф, то, что нужно запомнить, ты даже помнишь зрительно, в каком абзаце, на правой или на левой части страницы это было, да, в начале или в конце, как будто бы это еще дополнительная информация, какой-то дает тебе, ну что, какую-то зацепочку, что ли, когда тебе нужно будет это вспомнить, да, чего не скажешь об электронном формате. Да, потому что электронный формат, по сути, мы читаем один большой гипертекст. А даже есть такое понятие, как гипертекст, что в интернете есть один большой текст, и мы, почитая про одну новость, перескакиваем на другую, и тем самым мы можем прочитать, ну, я не знаю, весь интернет, как шутят в пабликах. А когда у нас книжка напечатана, у нас есть определенный формат, определенные рамки, которые мы сами можем чуть-чуть раздвигать, опять же, делая надписи. А если еще какой-нибудь дефект печатный, то вы это слово точно запомните. Точно запомните. Или если какая-нибудь опечатка, часто бывает такое, что некоторые люди въедливо с карандашом сидят и смотрят, что редактор что-то пропустил. Особенно сейчас, когда книжек печатается много, и не всегда редакторы успевают найти все вот эти проблемы. И даже этот дефект иногда может вам настолько застрять в вашей памяти, что вы в какой-то момент... А благодаря этому не допустите, например, ошибки при написании какого-то слова, словарного. Делаем вывод. Хотите хорошенько все запомнить, если, например, вы учитесь, лучше бумажный вариант. Лучше бумажный. Либо хотя здесь легче, конечно, сюда все закачать, конечно, гораздо легче, конечно, но лучше бумажный. Я могу сказать, что электронная книга помогла мне избежать искривления осанки и сколиоза, потому что я учился на филфаке, и
Вот это, наверное, объем, который мы читали за неделю. Вот такое количество книг. А там каждая сессия, вот такая стоп художественной литературы, такая же критики к ней. Да, критики, да. Я это знаю, как выпускник филфака. Да, и чем дальше ты ближе уже к 20 веку приближаешься, тем больше эти стопки. Иногда ты просто уже света белого не видишь. Поэтому, конечно же, здесь электронная книжка мне помогла. Но была одна фишка. Мы вели дневники читателей. Правда. Очень удобная вещь, которая позволяет вам, ну, во-первых, законно смотреть, подглядывать в этот дневник читателя, когда вы отвечаете на вопрос, который вам, например, по истории литературы задали. И вы тем самым еще раз себя можете проверить и мысленно пробежаться по всем основным перипетиям сюжета книги. Поэтому это, ну, такой тоже лайфхак, который, я думаю, будет полезен. Наверное, будет полезен даже не только тем, кто учится, но, в принципе, людям, которые очень чем-то увлечены, потому что бывает так, что невероятно интересная книга, ну, как правило, допустим, научно-популярная, и ты ее читаешь так на вдохе, думаешь, боже мой, как много интересных фактов. Закрываешь вот на этом же восторге эту книгу и понимаешь, что ты сейчас пересказать не можешь ничего. Там было так много всего интересного, вкусного, но ты ничего не помнишь. К ситуации, к случаю, возможно, вспомнишь, но вот сейчас, в данный момент, как будто бы абсолютно пустота в голове. Почему так бывает? Вот вроде же было интересно, очень увлекательно. Почему так бывает? И правда ли, что для разных книг разные стили чтения подходят? Я могу сказать, что да. Та же самая наука-педагогика говорит, что есть разные типы чтения. Есть самое быстрое, беглое, такое просмотровое, когда вам нужно ознакомиться с основными перипетиями того же самого сюжета. И, можно сказать, вы так по диагонали пробегаете текст. Еще оно называется поисковым чтением. И все, вы нашли ответ на свой вопрос, и, в принципе, вас больше ничего не волнует. А вот когда уже начинается аналитическое чтение, когда вы начинаете как скальпелем препарировать текст, и разбирать практически каждое предложение, это уже так называемое профессиональное чтение, когда вам нужно разобрать текст настолько, что он проникнет в вас, так или иначе. И часто приходится перечитывать, часто приходится возвращаться. А бывает так, что один абзац читаешь 4 раза и снова возвращаешься к началу, вроде внимательно читал, но то ли отвлекался, то ли не проникся. Я могу сказать, что здесь очень важно понимать, в каком состоянии вы это читаете. Допустим, ну, у нас есть такое классическое деление на жаворонков и сов. Если сова будет в 9 утра читать какую-нибудь научно-популярную книжку, скорее всего, будет такая же чехарда и белиберда, и просто материал не отложится. А, например, жаворонку, наоборот, это все даст гораздо легче. Поэтому есть такое тоже негласное правило. Сложную литературу лучше читать либо утром, если вы жаворонок, либо поздно вечером, если вы сова. В момент вашего максимально активной фазы, да, вот этой познавательной. Но еще одна вещь, которую очень важно понимать, что не все книги мы можем прочитать с первого раза. Иногда нужно возвращаться, перечитывать. А когда ты возвращаешься, ты уже другой. Если ты вернулся через 20 лет к этой книге, она тебе совершенно иной покажется. Да. Это правда. Минутку буквально до конца эфира остается. Угу. Очень хочется напоследок от вас услышать совет родителям, которые беспокоятся о том, что дети мало читают. Как сделать так, чтобы ребенок полюбил чтение? Есть ли какие-то работающие, 100% работающие способы? Надо читать перед ребенком. Это самое первое. Показывать пример самых молодых лет показывает, что дома есть книги, иметь желательно небольшую хотя бы домашнюю библиотеку. Нужно читать самим, нужно читать вместе с ребенком. И самое главное, если ребенок, вам кажется, читает какую-то билиберду, детские детективы, обожал в детстве. Если ребенок читает комиксы, это тоже классно, потому что это такой входной порог в чтение. Если ребенок прочитал комикс, а комиксы делают абсолютно не глупые люди, и это не только какое-то такое детское развлечение, это целая вообще вселенная, то это входной мир, входной билет в мир серьезной литературы, потому что потом ребенку захочется прочитать уже не переложение графической новеллы, а оригинал и сравнить, как художник изобразил его любимых героев и как автор подал эту тему. Ну и самое главное, не нужно забивать каким-то вот этим догматизмом, что вот... Сколько ты сегодня страниц прочитал? Да, каникулы такой заканчиваются, спорт. Сколько ты сегодня прочитал? Да. Самое главное, если даже ребенок не хочет читать, то можно вместе с ним начать читать эту книгу и потом начинать обсуждать это все. Потому что самое интересное — это именно опыт, который мы проживаем вместе с автором.
Ну и чтение — это такой навык, который нужно постоянно тренировать. К сожалению, это самый молодой навык. Буквально 5000 лет назад он появился, в отличие от наших зрительных контактов и в отличие от нашего слуха. Поэтому это мышца, которую нужно тренировать, начинать с легких весов, с легкой литературы, заканчивать уже тяжелой литературой. Спасибо огромное, Игорь. Спасибо. Очень интересный рассказ. Очень интересные полезные советы родителям и тем, кто в принципе любит читать. Мы сегодня отмечаем, напоминаю, День книголюба. Приходите к нам еще. С удовольствием. И это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня выясняли, зачем читать книги, если есть интернет.